Здрасте. Извините, а если я бы, например, велосипед буду в руках возить, можно там не посмотреть? Ну, обычно просят оставить, потому что люди говорят, буду возить, а там садятся, едут. Если расшибутся, у нас проблемы. Не, понятно, просто а куда припарковать его тут? Ну, вот изнутри ставят, собственно, сколько работаю, никаких проблем. Но...